Возраст елей на площади Ленина составляет около 70 лет. Строго говоря, по биологическим меркам их сложно назвать очень старыми. Порой вечно зеленые красавицы живут и больше сотни лет. Однако не стоит забывать о том, что жизнь деревьев в условиях города имеет свою, в первую очередь, экологическую специфику. Сегодня зеленое обрамление площади Ленина имеет не самый приглядный вид. К тому же, в силу своей ветхости, ели могут нести опасность жизни и здоровью горожан. Деревья пережили реконструкцию площади. Вы знаете, что для растений это всегда стресс, особенно когда идет замена покрытий. Дальше, изначально ели были высажены не совсем правильно. Если вы внимательно посмотрите, там между ними 2-3 метра. Деревья эти растут до 15 метров высотой, то есть, соответственно, и питание у них должно быть нормальное. Долгие годы они друг друга угнетали. Утрачена часть кроны. Со стороны домов крона отсутствует уже практически полностью. То есть нет эстетики, которой предъявляются особые требования в городской среде. В связи с этим горосполком рассматривает возможность замены старых деревьев на новые, более молодые и устойчивые к современному климату и городским условиям. Необходимо заменить около 20 елей. Деревья, находящиеся в приемлемом состоянии, будут сохранены и приведены в надлежащий вид с помощью обрезки и других агротехнических мероприятий. Порядка 20 елей мы хотим заменить. Это будут ели, растущие как бы на фронте площади, то есть вдоль домов. Те елочки, которые растут в группах возле банка, и, возможно, те, которые возле костела, мы приведем в порядок, подстрижем их, выровняем как-то. А вот этот фронт, выражаясь старым языком, надо, конечно, поменять. Мнение горожан в данном вопросе очень важно. Свои пожелания и предложения жители города над Бугом могут высказать в обращении, направив его на адрес электронной почты gig@brest.by с пометкой «Общественное обсуждение».